зовут Саша Смолярчук, и мне 12 лет. Приехала я с Харькова. До войны я ходила в школу номер 78, в 6 класс. Ну, немножко ходила на рисование, когда-то на лазоплетение ходила, на танцы, на английский, на музыку. Больше всего мне нравились танцы, потому что я на них уже 6 лет хожу. Сначала я ходила на народные танцы, а потом я перешла в коллектив, там, где много танцев. Ну, и народные, и хип-хоп, и там все. Ну, место Харьков очень красивое, там много парков с аттракционами, парк Победы, парк Горького. Ну, на выходных мы обычно ходили в парк Шевченко, потому что он самый близкий. Там были деревья с памятниками, ну, там пишут, сколько лет этому дереву, допустим, самые старые деревья. Недавно в этом парке построился большой зоопарк. Там новые животные, там жираф был, белый, альбинос, слоны, крокодилы, тигры, совы, орлы. Его только построили, там немножко его подбомбили. Ну там, немножко. Парк Фильмана тоже попала. По Харькову бегают, сбежали. Там сбежал львенок и два волка бегают по Харькову. Сначала я болела, потом я сломала руку, а потом как-то война. Это очень опасно, что это не шутки и все такое. Но я уже заранее знала, что будет война, потому что когда я сидела в телефоне, там весь интернет был о том, что Путин хочет напасть. Ну вот как-то думаю, что-то не нападает и все. А тут бац, мама прибегает и говорит, все, война. Я думаю, ого. Оказывается, интернет не всегда врет. Вообще, я думала, что это прям войной, и там, типа, стреляют в людей, там все вот это, как в фильмах. Но другое немножко получилось. Ну, бомбят. Сильно бомбят. Иногда окна трясутся, там еще что-то. Ну, плохо, короче. Мы живем там, где дома, вот много домов вот так стоят. Поэтому не факт, что туда что-то прилетит. Много друзей уехало, с которыми я дружила постоянно, но некоторые друзья остались там, учатся. Один друг уехал в Чехию, Вадик, Соня уехала, а одного убили. Ну, гулял он с сестрой, попала бомба, снаряд точнее. Он защитил свою сестру и все. Ему скоро 13 должно было быть. Есть друзья, которые... Правда, друзья, а есть друзья, которые уходят к другим, и все. Говорят, что ты типа уже какой-то немодный. Мой первый папа, который папа, занимается волонтерством сейчас, всяким бабушкам помогает. Сетки мы плели, в тростинце, рисунки военным рисовали. Обычно рисовала всю с Украиной, рисовала птичку, которая свободы. Еще рисовала маму с девочкой под зонтиком, которые смотрели на бомбы. А в студии я намалевала девчонку, украинку. Вот. Ну, девочка стоит на травке под мирным небом. А я хочу, чтобы наши защитники вернулись домой целые и невредимые. Победили этих оккупантов российских. Я хочу, чтобы Украина была вильна та незалежна. Хочу, чтобы не было войны и вернулась домой. Дети войны за мир.